Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Mazinga Roleplay, первый сервер. Итак, друзья, в этой серии у нас будет необычная машина, вы все ее знаете, лупатый, но нет, это комплектация, про какую вы вообще не догадывались, или, наверное, или не знаете, но я увидел эту комплектацию и решил показать ее вам. Это уже другой кузов, по-моему. Там же 220-й кузов был, а это 420-й, по-моему. Или 420-й, да. 420-й кузов, чуваки. Mercedes, Benz, Elegant. Комплектация Elegant. Что это значит, чуваки? Видите надпись Elegant? Elegant. Это такая мажорная комплектация, короче, прям. Топ-жир просто. Просто топ-жир. Реально, это самая топовая комплектация, какая может идти на эту машину. Elegant. Так она и называется, в принципе. Давайте я вам все подробно покажу. Садимся в машину. В чем заключается ее именно Elegant, типа, из-за чего, я вам покажу. Смотрите, у нас вот моторный отсек, да. Конечно, не все не херово видно, но вентиляторы, вон, вентиляторы видно. Это самое главное. Ладно, я шучу, конечно, это не самое главное. Хотелось бы, конечно, получше что-то, но не везет нам на лучше. Капот закрываем. Давайте обратно чат уберем и откроем багажник. Багажник у нас обычный, как на кабане, короче. Ну, просторный багажник. Теперь давайте я вам покажу Elegant. Почему Elegant? Давайте посмотрим сначала по кузову, смотрите. Фары такие, задние габариты, мне нравится, за стеклом, где сзади стекло. Модель, в принципе, не косячная. Elegant, как же эта надпись классно смотрится. Колесики такие у нас, да. Фары. Лупатый. Но это, по-моему, не лупатый. Хрен его знает, пишите в комментариях. Но это я знаю, что это крутой Mercedes. Кстати, наконец-то автофорум Mercedes-Benz. Теперь почему Elegant? А мне нам нужно переместиться на заднее сиденье. Смотрите. Почему же Elegant? Смотрите. Подлокотники сзади есть. Много кнопочек, функций. Смотрите. Массаж сиденья есть, по-моему. Заднее вот этого сиденья, по-моему, есть. Давайте с другой стороны еще посмотрим. Это просто топ-жир комплектация. Дерево, красное дерево или какое. Короче, деревянные вставочки на дверях. Видите, сколько функций там, кнопочки, смотрите, сколько функций. Именно, смотрите на кнопочки, но на двери. Это, чуваки, да, это жир, это топ-жир просто. Это просто, видите, какая поддержка, какая сиденье, просто, просто, муа! Тут должны боги ездить просто. В то время. Сейчас, конечно, она уже старая, но все равно, посмотрите на это сиденье. Здесь должен ты ездить на заднем сиденье с правой стороны, там, где мы сейчас, вот здесь. Вы должны ездить просто. Просто вы должны здесь ездить. Подлокотнички есть. Вон такой. Видите, даже пол ровный. Видите, пол ровный. Это не текстурой. Это так и должно быть, чуваки. Это так и должно быть. Это премиум класс Мерседеса. Вы об этом даже не знали. Кнопочки спереди такого нету. Нету такого. Видите, что тут у нас спереди? А тут у нас нихуя нету. А тут есть кнопочки. Привет, малышка. Да, чуваки, кнопочки есть. Все в дереве, такая торпеда идет длинная. Длинная торпеда идет. Давайте персонажа. Смотрите. Это механика. Это механика, во-первых. Во-вторых, по-моему, стоит он, бортовой компьютер стоит. Да? Кстати, видите, какой салон продетализирован хорошо. Даже спидометр. На спидометре мы едем, по-моему, 200, но если что, мы стоим на месте. С этой стороны тоже есть эти кнопочки, кстати, на двери. Но с той стороны, пацаны, намного приятнее сидеть. Там есть массаж стопудово. Передний сиденье тоже, смотрите, видите? Там кнопочки есть. Тоже там можно себе спиночку, хуиночку и так далее себе сделать. Реально, пацаны. Я просто этой тачки в шоке. Я как увидел эту комплектацию Elegant, я просто разбираюсь в немцах. Хорошо. Ну как, не буду хвастаться, но нормально разбираюсь, короче. И как увидел эту надпись Elegant... Все. Как она охрененно хромирована смотрится. Просто кайф. Видите, тут у нас обдува много. Бортовой компьютер стоит, как видите, оно. Посередине стоит бортовой компьютер. Много кнопочек всяких. Механика. Ой, механика. Автомат у нас. Много кнопочек. Жалко, нету водителя, реально. Я бы вам
Блин, и нету первого вида. Вида от первого лица жалко нету. Не, ну сидеть сзади вообще, наверное, по кайфу, да? И какая посадочка, прям такой бизнесмен. Немного ножки туда. Оно прям на КПП ножичку. О, тут так надо, как батька ездить. Ты чё, блин? Давайте посмотрим, как с правой стороны с батьковской. Тоже ножка на КПП. Охраннику в жопу на ногу засунули. Нормально. Тут, кстати, видите, нету кнопочек. Вот чем отличается эта комплектация. С этой стороны есть кнопочки. А вот этой стороны он нищий просто. Он никто. Реально. Я, может, как сейчас рассуждаю, как академик, но не-не, чуваки, ни в коем случае, не-не. Ни в коем случае. Садимся, короче, за руль. Тачка просто бомба. Реально, вот, посмотрите видос до конца, отвечаю, просто вы поймете, почему. Ай, почему она не заводится, вы поймете. Что-то сервер немного лагает, ну ладно. Так, давайте. Эта тачка, чуваки, просто... Давайте уберем чат нахрен. Зачем он нам нужен? Вот, мы едем на этой тачке, да? Ее бы цвет еще беленький прям. Ах, был бы персик просто. Вот реально, я хочу уже три тачки себе купить. Это кабана хочу себе, чуваки. Хочу эту тачку, вот эту, на какую мы сейчас едем. X6M. Вот эти тачки я хочу. Реально, я очень их хочу. Но я не могу... Я могу себе это позволить, но я не хочу продавать свои тачки. Даже если я одну продам, Авентадор, я смогу купить все эти три машины. Но нет, нет. Нет, чуваки, нет, я это делать не буду. Поехали на заправку, заедем. И посмотрим максималочку. Это машина ОПГ Солнце, привет ОПГ Солнце, если что. Эта машина просто, блин, охрененная. Вы, думаю, не знали про эту комплектацию. Кто знал, пишите плюс, но только не врите. Только не врите. Не врите самому себе. Заправили машину, погнали максималочку, сейчас проверим. Ее. Эта машина кайф, чуваки. Конечно, S600 лучше. Да, лучше. Но эта тачка смотрится подборзее, чем S600, конечно. Вообще кайф. Просто, блин. Мне нравится тачка. 115. Ну, блин, для такой тачки это нормально. Это не кабан, вообще 107 едет, чуваки. Так что можете не возмущаться. По-моему, это Волгу заменяет. Ну, просто посмотрите на эту тачку. Вот посмотрите на эти колесики, да. Эти колеса... Вот стандартные колеса на Мерседесе, вот эти старые, очень идут Мерседесом. Такой зазорчик есть внутрь. Вообще красота. Надпись «Элегант», чуваки. Это «Элегант». «Элегант», понимаете? Ну, вы, думаю, поняли, что это значит. Вот не обижайте меня Лукасом, чуваки. Поставьте Лукас, реально. Я вам растолкую просто про эту тачку. Кстати, есть люк. Люк есть. В обычной комплектации нету люка, по-моему. Да, нету люка. Вот в обычном патом, по-моему, нету люка. И может я ошибаюсь, напишите в комментариях. По-моему, в обычном, что был до этого, за 80 тысяч, там не было, по-моему, люка. Там не было люка. А здесь вот такие фары прикольненькие, такая попочка. Прям, ах, вот, кстати, кабан стоит. Можем сравнить. Да? Размеры ихние. Они по размеру, в принципе, по длине одинаковые практически. Практически одинаковые. Ну, смотрите, лупаты, элегант, короче, будем называть. Элегант смотрится поборзее, чем этот Мерседес. Этот Мерседес такой статусная машина, но, чуваки, элегант, там намного все на фаршировании. Смотрите туда, смотрите туда. Кожа, рожа, все дела, чуваки, вы сами это видите. Просто, если хотите... Повыебываться, если вы любите 90-е, берите, просто покупайте молча. Черный цвет или белый. Белый, черный, если вы бандит. Такой, хотите, да, ты чё, Вася, иди сюда. Если хотите с водителем ездить, берите белый цвет, чуваки, берите белый цвет. Эта тачка просто охрененная. Реально, очень охрененная. Давайте подвесочку сейчас проверим, да? Подвесулечку нашу. Оп, давайте. А ну. По-моему, мягенькая подвесочка, все нормально. Разгоняется она плавно, мягенько, охуенно просто. Чуваки, это не реклама. Никто мне ничего не говорил, типа, припирай эту тачку, пусть покупают. Или кто-то там продать попросил. Нет. Пацаны, я, когда увидел эту комплектацию, элегант, я просто охуел. Я смотрю, такой элегант. В
Потом вспоминаю, блядь, это ж охуенная комплектация. Смотрю в салон, думаю, ёбушки-воробушки. Ничего себе. Привет. Короче, тачура вообще охрененная. Давайте, короче, еще по полючке испытаем по такой дороге. По-моему, она должна спокойно ехать. Как она плавно едет, просто. Блин, машина хорошая, реально. Хром весь продетализирован. Вот эти хромовые вставки на бампере вообще подчеркивают ее прям статус. Решетка вот эта, блин. Короче, машина хорошая. Правда, я не помню, сколько она стоит. 1.3 может быть, я не помню. В салоне, по-моему, 1.3 она стоит. Ее цена в автосалоне. Если я не прав, то исправьте меня в комментариях. Машина хорошая. Машина реально хорошая. Давайте попробуем на горочку выехать. Выйдет она. Кстати, руль тоже обделан в кожу, видели? Видели руль в кожу обделан? А? А, видели такое? Видели, видели? Видели, какой руль? Какой просто охуенный руль. Деревянные вставочки везде. Просто шик. Просто, пацаны, шик. Думаю, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер, играйте. И ждите новых серий. Всем пока.